Сейчас что-то нравится вам на нашем телевидении, что-то из проектов, вы считаете интересным? Знаете, я слишком избалована старым телевидением. Вот я люблю очень кино смотреть. И вспоминаю Жандарева. Я люблю, вспоминаю передачу «До и после полуночи». Я вспоминаю, опять же, Дуню. «Школа злословия» и так далее. Мне кажется, до этих вершин наше сегодняшнее телевидение не поднялось. Да, если говорить про там, Малахова, там, говорить про там, Леру Кудрявцеву, там, «Пусть говорят» и так далее. Эти проекты, они вот идут на том уровне, на котором идут. Но мы понимаем, что это уровень, ну, это определенный жанр, и они достигли совершенства в этом жанре. Да.